Так получилось, что я в этом доме в мансарде получил мастерскую, а Толик здесь жил. Приходил к Маше, я видел, как он гулял с собачкой, и мы так как-то подружились. Он с своей прекрасной собачкой такси гулял, и даже пригласил меня к себе в гости. Я пришел, и они с приятелем играют на гитарках, показывают свой первый песник, тогда еще не будущее, «Черным обелиском». Мне эти песни очень понравились, потому что они взяли за основу прекрасные тексты великой русской поэзии, что было совершенно необычно на сцене того времени, на рок-сцене. А дальше наши пути то сходились, то расходились. Я опять стал его соседом через какое-то время, уже в соседнем доме я жил. И опять же, каждую ночь Толик выходит, гуляет с собачкой. Прекрасный, красивый, энергичный, молодой человек. Вот такие у меня воспоминания о Толе Крупнове. Прекрасном, талантливом музыканте и широкой души человеке. С днем рождения, дорогой Толик!